Установлено, что причиной рака в 35% случаев связан с неправильным питанием. Еще 30% онкологические заболевания связаны с курением табака, табачных продуктов, вейпов, кальянов. Также к причинам возникновения относят и вирусные заболевания, такие, как уже говорил, гепатит, вирус папилломы человека, вредные привычки, переедание, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Питание должно быть полноценным. Питание должны преобладать фрукты, овощи, нежели мясо, тесто. Исключение вредных привычек, уменьшение употребления алкогольных напитков, умеренное пребывание под прямыми солнечными лучами. Краснодарский край – солнечный край, вот, но также и это солнечное излучение может привести к заболеванию кожи.